Привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Привет! Привет, привет! Это все, что ты хочешь сказать? Привет, друзья! А поцеловатик? Поцелуешь? Поцелую. Поцелуешь? Я же, друзья, я вас люблю! Вот, молодец! И сегодня у нас игра на мелкую моторику. Денис вместе с мамой будет мастерить бусы. Нам понадобятся макароны, достаточно крупные. Вот такие вот макароны. Да, чтобы можно было веревочку просунуть. И веревка. Вот такая вот. Дэн, сейчас будете делать бусы? Ты делаешь, мама помогает? Так, нанизывайте наши макарошки на веревочку. Мы сейчас сделаем, и ты нас будешь вождем краснокожих с настоящими бусами из макарон. Ну, ты будешь участвовать? Давай, активненько. А то мы еще только две бусины насадили. Две макаронины. Вот. Смотри, уже три штуки. Давай считать вместе, сколько макарошек мы уже насадили на бусы. Два. Молодец. Теперь четвертую давай насадим. Четвертую и пятую. Давай, четвертая. Честно, четвертая бусина. Так. И давай пятую теперь. Пятую. Сколько у нас бусиков будет, Денис? 25? Нет, может поменьше? У нас только макарошек, мне кажется, не будет. Так, 5. Ну это мало, у нас какие-то слабенькие бусы. Денечка, давай хотя бы 10 макарошек насадим на бусы, на веревочку. Давай, шестую. Это будет шестая макаронина, которую мы насадим на веревочку. Давай. Давай, 6. Считаем, да? 6. Видите, друзья, у нас не только мелкая моторика, но еще и счет. Мы повторяем. День, давай, какая сейчас бусина по счету будет? Какая сейчас по счету бусина будет? 6. Потом идет какая цифра? Как 5? 7. А после 7? После 7 у нас 8, правильно. Вот у нас сейчас будет 8-я макаронина, пойдет на бусину. Давай, макаронину, да? Макароны где делают? Это чья вообще задумка была придумать макароны? Дениска, это итальянцы придумали. Это макароны, это хлеб на самом деле. И делается он из зерновых культур. Так. И это у нас... Какая? Я пропустил. 8-я или 9-я макаронина? Дениска, давай еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 макаронин. Давай еще 2 макаронины насадим, навяжем, завяжем. И сделаем из себя вождя с бусами. Давай. Давай еще вот, бери еще макаронину. Так, хорошо. А ты не бросай, ты бери и насаживай ее на веревочку. Ты хочешь сейчас все из тарелочки вытащить? Ну давай, вытаскивай все из тарелочки, потом бери одну. Это у нас будет 9-я бусина. Так, мама помогает. 9-я. Денис? 9-я, да. И последняя, какая у нас бусина по счету? 1. Как 1? Нет, после 9 какая циферка идет? 5. Как 5? Давай, вспоминай, не отвлекайся. Какая циферка идет? 5. Нет, как дом. Помнишь? 9, потом? Дом 5. Не, дом 5. 9, а потом идет? Дом 5. Какая цифра идет после 9, Денис? 10 идет. Вот, у нас получились такие вот бусы из макарон. Сейчас мы завяжем, и у нас Денчик будет вождем с бусами. Все очень просто, друзья, видите? Всего лишь нужны макароны, в которых есть широкое отверстие, и веревочка. И вот такие замечательные бусики у нас получились. День, смотри, тебе нравятся твои новые бусы? Мы смогли повторить и счет, и мелкая моторика у нас участвовала. Так что, друзья,
берите идеи на заметку, пишите свои отзывы, комментарии, ставьте нам пальцы вверх. Ну а с вами был канал Baby Go. Подписывайтесь на нас. До новых встреч, друзья. Дениска. А попрощаться. Пока-пока. Пока-пока.